Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровкайся. Всем приветики, млечки. Сегодня мы играем в Брикрикс, и у нас обзор построек на монстров Хендерсона. Если тебе опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем обзор классных построек. Так, ну что, Серега, давай ты первый начинай. Удивлять нас. Мы договорились, Серега, ставить постройки по очереди. Так, Серега, это получается Among Us, когда щупальцы вверху. Это импостер. Ага. Предатель. Among Us. Ну что ты можешь? Шлифовать можешь? Смотри, сейчас. Наберу скорость. А он не может ни бибикать, ничего не может. Не. Ой, промахнулся. Ладно, давай назад. Ребята, сейчас я поставлю такую постройку. Ой-ой-ой-ой, это было эпично, кстати. Так, моя очередь. Вот эта постройка, которую Серега. Мы, наверное, одинаково с ним накачали. Серега? О, у меня такая же есть. Ну, Серега, ты за мной повторяешь. Это лягушка, помнишь это? Боят. Лягушка. Лягушка. Ой, да блин, да что ж ты этот? Так быстро помираешь. А я опять сдох. Да что ж такое? Все, еду назад. Вообще, можем по всему городу постройки ставить, так как с обновлением вышла такая штука, что... Можно теперь ставить постройки в любом месте, в котором вы хотите. Серега, я еще езжу, давай, разрушай меня, чтобы я не мог ехать. Между ног этого, блин, это Хендерсона прошла ракета. Ну все, я уже ехать не могу. Могу, Серега, прощай. Ладно, ладно, это все хорошо. Ну, мы карту очистим, и это еще будет лучше. Девочка, йо-йо. Угу. И что? Придется с тобой, йо. Это просто все? Да, похоже, механизмов нету, я ожидал больше. Что такое? Она даже физически не существует, что ли? Ну, знаешь, детализация самого Хендерсона довольно-таки интересно сделана. Ну да, да, да. В Брикриксе. Ой, красиво сделали след базуки. Давайте все-таки стрельнем в дом. Косожоп. Серега, отойди, я выстрелю. Давай. Отлично. Серега, я покажу сейчас тебе такие вещи, убиваешь, которые нигде ты не увидишь. Так. Ставим. Вот эта постройка мне очень нравится. Она прям вообще крутая. Серега, только не стреляй, не ломай. Это что, камера головы? Наверное, фонара это головы. Фонара головы. Ну, Серега, ну подожди. Это не я стрелял. С нами еще челик играет, прикольно. Ребята, если вы хотите сами записывать ролики, вот как чувак зашел рандомный, заходите в наш Discord, ссылочка в описании, вы сможете сами записывать, играть, веселиться и угорать. Еще один зашел, Серега. А заходили люди. Вон чувак на машине дрифтует, ну, попросыпались. Мы с самого начала, ребята, хотели вообще записать гонки, погони, ну, значит, в следующий раз. Так, ну что, Серега, смотри, как я могу на двух колесах, ты видел? Ты дом сломал, Дима. Нет, он стоит. Ай, меня убили. Ну что ж, Серега, так бывает. Ну что, разрушай меня. Стреляй. А у меня базука пропала. Ой-ой-ой, дом разрушился, круто сделали. Так. Давайте мы стрельнем разочек. По яелам. Смотри, стоит еще. А мы сейчас поможем. Яйцах. Ой, промахнулся. Мои, надо, короче, знаете что, по ногам стрелять. Ой, красиво. Все, отлетишки. Отлетишки? Да. Серега, давай ты показывай вещи. Мне кажется, вот этот был фонароголовый, очень интересный персонаж. О, вот это вообще круто. А че он такой какой-то светящийся или как будто закаленный? Неоновый? Ребята, круто смотрится, мне нравится. Игра, кстати, сделана на и движке Unreal Engine. Прикольная картинка очень. Да. Серега, я помогу тебе. Нифига себе, он еще такой более прочный. Пробиваем. Есть пробитие. Есть пробитие. Давай, Дима. Ой, красиво, с одного выстрела, Серега. Угу! Да ладно, это как-то было очень эпично, мне показалось, так что круто разлетелось. Так, очищаем.
разрушаемость в игре, конечно же, на высшем уровне. Да, да. И знаешь, но раз, когда играешь в погоне особенно, надо учитывать все нюансы физики этой игры. Ну что? Да, паровозный червь. Да, да, да. Знаешь, мне кажется, почему я подыхаю, потому что это... Ой, там что-то разрушается. Короче, до конца ролика будет карта разрушена. Подписчики сделают чудеса, как всегда. Да. Так, давайте подрифтуем, ребята, покажем, что он может. Ого, четкое попадание. Так. Ну, такая постройка обычная. Скайскример какой-то. Нифига себе, сейчас будет что-то большое. Я и знал так. Так, надо пролететь, ребята, пролетаем. Нет, что-то я не могу летать. Ой. Я им управлять не могу, прикол. Да? Погоди, я его чуть-чуть подальше поставлю. Нифига себе он здоровый, Серега. Напоминает мне Гаста с Майнкрафта. Да, да, тоже. Это какой-то темный Гаст. Кошмарный Гаст. Он... Так. Он все равно разваливается, Дим. Ну, он здоровенный. А давайте попробуем базукой стрельнуть. Что будет? Давай. В глаз. Прям в рот. А давайте в глаз. О, отвалилось! Ему зуб выбил, Дим. Теперь в глаз. Ой, прикольно, глаз отлетел, ребята. Очевидь. А этот так. Посильнее. Надо стрелять чуть-чуть правее. Ты хочешь прикол? Твоя ракета пролетела прямо за это. Понял. За глаз. Не хочет взрываться, да? Хорошо. Все, лимит. Лимит на взрывы, Дим. Не-не-не-не-не, мы туда другую поставим постройку. Хорошо. Ставим мы теперь что-то интересное. У нас есть еще... А, это уже было. Во. А он не ползает ничего просто, да? А что, нету? Не знаю. Во, я сел. Ну, не ползает ничего, он просто как бы статичный. Да, да, Серега, он просто статичный. Жалко, хорошо, конечно. Давай ты показывай. Что-то я думал, это будет крутая постройка. Но раз мы не знаем, это ж сейчас. Первый обзор. Сейчас. О, прикольно. Кстати, похоже на Амогуса. Ну это банан. Ну да. Че, он быстрый? Засмотри, у него ну так, видишь? Нормально. Ой. Ого. Рикошет, да... Дима. Реально? Серьезно, рикошет, ты попал? Отскочила ракета твоя. Я еще думаю, да как это я промахнулся? Я обычно четко попадаю. Вот хорошо. Опять рикошет. А не, давай, значит, себе. Когда ты двигаешься, рикошет. Меня нельзя сбивать. Прикольная построечка. Так. Построечки. Дальше смотрим. Так, Сережка, надо что-то глобальное. Например, у нас есть... Вот такой вот. О, давайте вот этого посмотрим, челепиздрика. О, а что он сейчас упадет? Подожди, а что он шатается? Стой, не шатайся. Ой, у него что-то с ногами. Эй, мужик, стой, да что ж ты? Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Блин, ну прикольно такая, знаешь, построечка, прям видно, что это из дерева сделано. Ну блин, неустойчиво, нет никаких механизмов. Ну, идея хорошая. Более реалистично так смотрится он. Эндерсон, Бёрд Вочер. Еще один дом ушел. Большая Дима. Ого! Я его хотел скачать, но не скачал. Но ты молодец, что скачал. Бум! Вот это эпично разлетелся, ребята! Смотрите, какой-то корабль Звездные войны у нас-то получается. Офигеть! Кстати, можно как-то на нем бессмертие включить? Только я забыл, какой кнопкой. Да, да, да. Кстати, я до этого знал, Ctrl-G нажимал. Сейчас уже это не работает почему-то. Ctrl-I, кажись. А, во, Ctrl-I, Дима! Да? Сейчас, я поставлю, да. Во, смотри. Нет, он разваливается, да у тебя бессмертие включилось. Офигеть, он разрушается! Просто на куски. Ну давай. Может быть, нет. Это штуковина с шипами на голову. Ну блин, идея хорошая. Разрушаемость нравится.
Ну, это, знаешь, это Илон Маск тестирует свой новый космический корабль. Да-да-да. Так, хорошо. Банан у нас был. Давайте поставим вот этого челика. Так, давай я еще одного поставлю. То есть здесь накачал много, а теперь не знаю, какие ставить. Всех ставлю. Ребята, давайте покажем. Всех максимально. Серега, давай ты тоже покажешь своих. Пусть уже люди давай выбирают. О, такой даже есть челик. Так, и в конце мы, конечно, все взорвем. Плохо, что нет такой бомбы, как в Гаррис Мод. Ой, ой. Разрушилось. Прокисшее молоко ты даже нашел? Я не нашел его почему-то. Красавелла. Так, это просто маленькие постройки. Как тебе... Ой, ёперный театр. Это как будто уже не Брикрикс, это Майнкрафт. Да, Серега, твои постройки оказались покруче, чем мои. У меня вообще примитивные. Очень примитивные. У тебя тоже классные. О, это похоже вообще на аниматроника. Это аниматроник Cartoon Cat, походу. Готов, я стреляю в голову. Поехали. Ой, да, красиво, ребята, эпично, эпично. Да, разлетается здесь запчасти просто круто. Прокисшее молоко скисло, Дим, а это веном. О, Серега, хочешь поистине небольшую постройку? Да. Ребята, покажу вам напоследок классную постройку. Эта постройка называется Siren Head Map, прям целая карта есть. Смотри, Серега. Давайте я полечу, знаешь, вам, покажу сверху эту карту. На Детран напоминает какой-то. Да, да-да-да, есть такое. Кстати, получается, что мы можем разные карты качать. Будет круто. Получается так. Ребята, напишите в комментариях, какие были круче постройки. Ну, как для меня, круче были постройки у Сереги. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну, а всем отличного настроения. И посмотрим мои ролики еще.